Так, продолжим наш обзор. Практику я прошел, курс молодого бойца. Вот первая миссия. За фрицев. Кто-то в кого-то стреляет. Кого-то я вижу. Ух ты. Ух ты. Так. Ладно, надо куда-то бежать. Ух ты. Прям как на настоящей войне. Непонятно, откуда пуля прилетела, с какой стороны. Где это я уже? В могиле, блядь. Уже вырыли. Окоп какой-то коротенький. Блин. Сейчас опять... Снова замочат. У нас три вида оружия. Пистолет, граната. Винтовка. Маузер, карабинер. Кто-то свой или нет? Свой. Что-то все матюкаться стали после того, как я стрелял. Так. Сюда можно залезть? Можно. Это свои. Опа. Блин. Не дали никого убить вообще. Пулеметом нельзя воспользоваться. Так, следующая цель. Блок. Первый блок. По-моему, попал. Слушай, товарищ, ты отойди, а? Ты мешаешь. Блин. Не вовремя, как всегда. Опа. Тут быстро нельзя действовать. Это вам не Black Ops. Надо аккуратненько, аккуратненько. Оба! Есть контакт. Все, надо рвать дальше. Побежали, давай. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие-то критические повреждения там пошли. Уже мне вот снайперку дали. Или я вообще не пойму. Или это другой солдат. Тут сразу за нескольких играешь или как? Откуда у меня снайперка появилась? Да, со временем будет понятно. Опа. Блин. Мать твою. Я думал, то свои. Ой, бля. Да, по-моему, слушай, если одного убивают,
Я переселяюсь следующего типа такой. В окоп. И начинаю играть уже за него. Да, такие фишки мне не сильно нравятся. Ну, игра тоже не супер-пупер, но поиграть можно. Блин. Сейчас опять. Блин. Или это спорт? Где ж вы все, а? Вон кто-то лезет. Кто-то стреляет, кто-то сюда бежит. С этой стороны. А мы его тут сейчас встретим. Куда-то убежал вообще. О. Подожди, подожди. Блин. Попал или не попал? Не знаю, не знаю. Ух ты, ё. Это свой, да? Это свой фриц. Да. О, как-то фрицев до хрена стало. Мы отжимаем, отжимаем потихонечку. Вот это уже попал точно. Славян отжимаем. Фрицы. Бля. Это прям какой-то захват точек, как в Battlefield. Куда ты побежал? Куда ж ты побежал? Так. Надо бежать. Все бегут, и я побегу. Ёлки-палки. Что там случилось? Смотрите, что тут происходит. О, этого стоило ожидать. И так долго. О, уже с пулеметом. Перезарядочка. Так, это какое-то место не сильно удачное. Зайдем в более безопасных мест. Блин, все мне. Кранты. Че, вообще гейм овер, да? Или еще меня переселят? Да, смотрите-ка. Пока жив, пока жив. Ну, как-то последнюю точку. Особенно тяжело дается она. Ух ты, ё. Это снайпер был, наверное. Блин. Так куда ж ты на открытое место? Так, 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 так. Ой-ой-ой, кто-то уже в меня стреляет. Ой-о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 й
Там их сильно много, и тяжело было что-то придумать умнее. Так, а как же вас, ребята, обойти, я не знаю. Что-нибудь сделать, а? Так. Так. Блин. А этот пулемет только можно
отпереть, а так ничего не получает. Mission complete. Интересно. Так, убито противника 59, но это, наверное, суммарно ото всех. Потеряно 45, время 10 минут. Как всегда, ролик пропустить нельзя. Опять же, не знаю, когда там запись оборвется. На жестком диске место ограничено. Поэтому, если все резко прекратится, то знаете, почему так случилось. Охранять какой-то дом, очистить политическую школу. Инфирмари. Захватить инфирмари. Проникнуть в администрацию. Давай, давай, дядя. Все, все, я понял. Понятно, понятно, давай. Вот, что так долго? Ой, что-то ничего не грузится. Непонятно, какие-то глюки. О. Так, у меня там запись повисла. Я заново все загрузил. Это уже... можно сказать, третья миссия. Сначала было обучение, потом вторую я прошел, захватили мы церкви разные, еще там какие-то объекты, и вот уже третья. Я так понял, тут идет типа захват точек. Вот видите на карте в правом нижнем углу звездочка. Нам надо выбить оттуда противников и продержаться там какое-то определенное время. Опа! Блин. Чего вы все стоите? Давайте, ребята, проникайте. Я сам что ли буду? Так, так, так. Это свой типа. Сейчас мы отсюда будем с окошка стрелять. Так вот. А тут прицела вообще нету. Типа историческая достоверность. Как всегда. Так, ну хотя бы успеть пройти эту миссию. Пока не закончилось место на жестком диске. Чё ты там стоишь? Чё, гранатку бросит? На. Без толку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Ёлы-палы. Да, это уже я неаккуратно полез, конечно. Сам виноват.
попал. Ух ты, какой бешеный. А чё, прикольная игра, мне начинает все больше и больше нравиться. Что там мне есть такое? Так. Тихо, мужики, вы чё? Сейчас я... Вот туда примерно. Ну чё там? Задело кого-нибудь? Тихо. Сюда опасно вылазить. Могут прибить. Кто-то так стреляет активно. Тихо. А, мы уже отжали эту точку. Отлично. Давайте следующую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, по-моему, все, труба. Да блин, какой ты активный. Ага, жизнь восстанавливается. Как во всех современных шутерах. Ух ты. Ух ты. Извиняй, но я за фрицев играю. О. Как поднимать? О. О. Круто. ППШ у нас веселее сейчас будет. Тихо. Тихо. Опа. Дерево пробивает или нет? Тихо. Так быстро. Тихо, не матюкайся. Так, туалетик. Двери открыть нельзя. О, сохранилось. Чекпоинт. Отжали эту точку. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Блин. Это свой, наверное, был. Там бегает, вообще непонятно. Не, ну прикольно, чё. Ух ты. Стреляю, стреляю. Попробуем перебежать. Не знаю, чем это закончится. Как-то свои появляются из воздуха, или я не знаю откуда. Союзники. Давай, выходи сюда. Блин. Ты шо? Вот это ты мутный. Ну, сейчас я вас развалю. Сейчас я брошу вам сюрприз. Ой. Фак. Тихо. 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 Так, что-то вроде получается.
Ух ты, как их там много. Гранаты уже нету. Давайте продвигаться. Блин. Быстрей. Слышу русскую речь. Так, тихо. О. Все. Еще последняя, да, миссия. Наверное, не успею дописать быстрее. Место закончится на жестком диске. Хотелось бы уже пройти эту миссию. Быстрей. Быстрей. Опа. Ой-ой-ой, какой крутой кемпер. Блин. Аккуратненько надо. Ой-ой-ой. Тут так не получится. Нахрапом. Тихо. Блин. Оу. Ну все, на этом закончим. Или ладно, попробую с чекпоинта. Просто место на жестком сейчас закончится и надо там его очистить от разного хлама, которого там накопилось дофига, чтобы было удобно обзоры записывать или прохождение. Тихо, тихо. Смотрите-ка, двоих замочил. Откуда? Чё, что-то такое, а? Блин, нереально. Попробуем. Попробуем сюда побежать. Так, тут надо крайне осторожным быть. Крайне. Сейчас мы им тут диверсию устроим. Опа. Опа. Тихо. Ну. Блин. Думал, мне показалось, там действительно два человека. Так, надо куда-то прорываться. Тихо. Нет, так он не хочет. Так. Эти два вот засели и
ничего с ним никто не может сделать. Блин! Я не понял, свои тупоголовые боты стреляют по мне. Идиоты. Так, по-моему, сейчас захватим точку. Yes. Ну все, на этом закончим. Продолжим в следующий раз.